Грейсман заявил, что готов подать в отставку. Премьер-министр утверждает, что покинет пост, если Рада не примет закон об антикоррупционном суде. Глава правительства Владимир Грейсман заявил, что подаст в отставку, если парламент не примет законопроект об антикоррупционном суде, передает 112 Украина в понедельник, 4 июня. «Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и уйду в отставку», — сказал Грейсман. Отметим, во вторник, 5 июня, депутаты продолжат рассматривать поправки к законопроекту о высшем антикоррупционном суде. На прошлой пленарной неделе рассмотрели 1274 поправки из 1927. Ранее министр финансов Александр Данилюк направил депутатам письмо, в котором призывает немедленно принять закон об антикоррупционном суде, чтобы разблокировать финансирование от МВФ. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ищите. По материалам сайта newsgra.com.